Ради вас спустя год они снова собрались вместе. Группа, ради которой Кирилл отменил встречу с клиентом и пошел на их концерт. Знакомьтесь, Сергей Чучукало. Споет все, что поется, и выпьет, что пьется, параллельно играя на синтезаторе. Даже Адель мечтала бы иметь такие голосовые связки, как у него. Николай Науменко. Имеет широкий диапазон слуха. Услышит все, от ноты ля и до приближения межконтинентальной ракеты, и воспроизведет это на бас-гитаре. Виктория Валянская. Со слов ребят, всегда милая и невинная. Голос Вики люди воспринимают как нектар для ушей, а игрой на клавишах мог бы наслаждаться сам Иоганн Себастьян Бах, если бы, конечно, был жив. Дмитрий Галько. Производители метрономов приглашают его для сверки своих приборов. И именно вокруг его игры и строится игра других инструментов, а ритмы заряжают планету на новые обороты вокруг своей оси. Иван Макаревич. Он часто говорит: «Боже, чем я занимаюсь? Я ж программист». При этом, когда маэстро гитары и гуру вокала исполняет свои арии, у слушателей открываются все чакры. Кирилл Гоненко. Креативный плеймейкер, волшебник группы. Может получить из инструмента звук, который непонятно как туда попал, и сделает так, словно так было и задумано. Mobility New Year Rock Party. 13 декабря. 18:00. Паб Шульц. Зажги эту ночь.